Все, что происходит принудительно, не является верой. Если люди приходят благодаря вашу церковь чуду, если больше не будет чуда, они вернутся в мир. Чудо, 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 избавление, избавление. Пророчество, пророчество, приходите в синагальную церковь. А, вы заставляете их приходить. Вот почему христиане сегодня больше не выдерживают. Вы видите людей, которые сегодня христиане, а завтра язычники. Есть много ваших детей, ваших сыновей, братьев, которые были когда-то, проповедовали Евангелие, но выходят, находятся вне его. Курят, пьют, потому что как они стали христианами, имеет значение.